Чудеса спасения проявила не только Севилья, но и голландский клуб Ден Хаг, который сражался в первом туре национального первенства с действующим чемпионом ПСВ. В концовке поединка при счете 1-2 на розыгрыш стандарта в чужую штрафную отправился вратарь хозяев Мартин Хансен. Подача последовала как раз на датчанина, который проявил удивительную сноровку и пяткой послал мяч в сетку. Некоторые СМИ поспешили назвать этот гол самым красивым в истории футбола, в истории голкипера.